МКС, ответьте СУПу Москвы, ВСГ-1 для Андрея. Андрей, как мешки положишь, скажи, пожалуйста, их номера, вот, и когда закончишь там всю все работы, тоже доложи, пожалуйста, чтобы мы понимали, сколько времени ушло. Да, конечно, я клюнул, так ничего. Принял, спасибо. Дим, для тебя информация. У тебя работа, пункт 6, включение в режим записи, нужно будет выполнять в 15.33. 15.33. Принял. Принял, спасибо.
ЦУПУ Москвы, СГ-1, для Дмитрия или Сергея. Отвечаем, СГ-1. Мы включили УКВ-1. На случай пропадания S-бенда можно будет выходить тогда в УКВ-1. То есть ссылка на это бортовая ТОРУ, пункт 4.1, там в примечаниях можно увидеть с пульта абонента 2, линейку связи 2. Вот, УКВ-1 будет работать. Да, принято. Спасибо за информацию.
КС ЦУПУ Москвы. ВСГ-1 для Андрея. Отвечаю, ВСГ-1. Андрей, извини, сейчас еще раз тебя дернем по этой работе. Сейчас принято решение временно положить блоки за 416 или 417 панели СГБ. Просто только скажи, куда и все. А потом уже будешь передавать тогда американской стороне после стыковки. Или по отдельной рекомендации. Хорошо, я принял. За 416 или 417 я положу в мешок. В общем, отлично, все как надо. Потом просто надо тут этот мешок этот передать, и все. Я понял, хорошо. А будет отдельная тогда рекомендация передать кому и когда. Вот. И для Дмитрия и Сергея информация. Я передаю вас верхнему залу инструктора по ручным режимам на связи. Так что удачной стыковки. Спасибо, Вань. Экипаж МКС СУПУ Москвы ВСГ-1 по прогрессу. На связи, Андрей. Добрый день. Да, Сергей, Дима, Андрей, приветствую вас. Андрей Шаманов на связи. Ну, мы должны начинать работать по 19 странице под инструкции ТОРУ. Внимательно посмотрите там, что в примечании написано. И пометьте себе, Сергей, обязательно, у нас ВСГ-1 как раз на момент вот, самой важной стыковки будет перерыв. И нужно будет переключиться на линию связи 2. А перерыв будет 19.12 до 19.19 по московскому времени. Имена все буду говорить. Да, я понял, по Дженте. Вот, а так, обращая внимание, что нужно внимательно клавишу по 1 отжать и горшика отсоединить. И все линии связи 3 на всех по с 1 по 6. Вы докладывайте, как по ходу выполнения по 19 странице. Корабль, вы знаете, что стартовал, все хорошо. Курс включили. Летит. Времена, которые я вам диктовал, в процессе тренировки, там, консультации, они остались те же самые. Работаем по радиограмме 6774. Приняли. Приняли. Да, все, спасибо, хорошо приняли, работаем. Вы эти времена записали или я вам еще раз, может быть, продиктовать, чтобы бортовой записали? Ну или радиограмму передержите прям где-то рядом. Радиограмма, да, у нас распечатана. Принято. А так работаем по 19 странице до времени гарантированного потенциала. Время гарантированного потенциала 18.09.40. Station Houston, Space Ground 2, we are ready to get started with the event. So with that, Station, this is Houston, are you ready for the event? Please check the microphone, we did not hear that.
are not hearing you on that mic. Houston, this is Station. How do you hear? Associated Press, this is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check. Station, this is Marcia Dunn with the Associated Press. How do you hear me? Marcia, good afternoon, and welcome to the International Space Station. We hear you loud and clear, and we're ready to begin. Well, wonderful. I'm glad we finally got the communication problem settled. Greetings from a stormy and wet Kennedy Space Center, which is where I'm talking to you from. I guess I'd start with you, Steve. It must seem like an Airbnb or maybe a space B&B this week. I'm wondering, how much are you interacting with the Axiom crew, and are they staying out of your hair? No, they're actually, we've integrated them pretty well into the crew, and they're very busy behind us doing a lot of work, which they brought with them, which we, they stepped right in, and they've stepped right up. So it is kind of crowded at times. We do have some passageway issues, and we're managing. It works out pretty well. Really enjoying the company, actually. Woody, let me ask you, what do you see as the value of private crews in your mind? You know, it'll still be a long time before the non-wealthy get to experience this, but what's the value that you see? Yeah, that's a great question. I think I truly believe that there's no cooler time than right now to be involved in space exploration. It's just such an exciting time. And I think what we're seeing is a real economy growing in low Earth orbit. You're seeing like billions of dollars industry in satellites and also human spaceflight in low Earth orbit. And it's just a really exciting time to see all that development. And so I think part of that is definitely seeing these private crews more and more flying. And one of the things that's going to allow NASA to do is focus on our mission, which is exploration and pushing further into the solar system. And so with that, we're going to embark on the Artemis missions, go back to the moon, and set up a proving ground there to ultimately get to Mars. Frank, if I could ask you a few questions. You know, when you launched last fall, you had no idea that your Soyuz was going to become disabled and you'd be up there for a whole calendar year. How hard was it to get used to the idea of being up there so long, and how are you coping? Hey, Marcia, you know, you're right, I had no idea. And on a personal level, it was pretty tough just because I was missing my family and I knew I was going to miss some pretty big milestones for my kids especially. On a professional level, it was actually not bad at all. There's a great team on the ground that supports us. I had a great crew as my first increment crew, and then I get to work with these guys and other crewmates as part of my second crew. And so in a way, it was kind of a blessing because I get to fly with a lot more people. And up here, honestly, although we have hiccups here and there, things are just incredibly smooth just because we do have a ground team that plans the heck out of our days and our weeks and our months. They stay ahead of the needs of the station, and they really allow us to focus on our work and enjoy our work up here. Well, what are a few of the milestones that you've missed, and how are you going to make up for that? Well, yeah, you can't really make up for those, right? But birthdays, anniversaries, graduation. My son's going to head off to college this year. My oldest daughter is finishing up her first year of college. But, you know, we don't really expect to make those up per se. We've tried really hard to stay in touch with one another. I've kind of been just try to be disciplined about staying involved in their lives as much as possible. And obviously, my wife, my kids, they've been troopers and they've really handled it incredibly well. And how well they've handled it has made it easier for me to just focus on work and, make do with the hand we've been dealt. Ultimately, there was nothing we could do about it. NASA and Roscosmos did an amazing job of supporting us and making sure that we did the safest thing possible. And we know that ultimately there's a reason that all of this happened. We don't know what that reason is, but we know that there'll be some good that comes out of it.
And what are you missing? You must be craving something up there besides your children and your wife. What do you really miss about Earth? Well, two things. Well, we do stay incredibly clean here, but you basically have to towel yourself off every day after working out. So I'm looking forward to a shower when I get back. And then also just the smells of Earth, being outside, smelling the grass and the trees, and just going for a hike or something like that. Again, it doesn't smell bad up here on station, but you just miss that natural outdoor smell more than anything. Coming back to Earth in your new Soyuz, you feel comfortable with that? So far, so good with it. Yeah, no, you know, I do feel perfectly comfortable with it. Like I said, ultimately, the fact that NASA has blessed off on that, and I know Roscosmos has put a lot of time and effort also into ensuring that crew safety is the number one priority, and I think they've done right by us in everything that they've done. So I think we as a crew feel pretty comfortable with the situation. Well, safe travels to all three of you, and good luck and Godspeed. Thanks so much for taking the time. Thank you, Marsha. We appreciate spending the time with you, and have a great day. Station, this is Houston ACR. That concludes the AP portion of the event. Please stand by for a voice check from NBC6. I can't hear them. No. I did hear them. Hey, Chelsea, this is the crew from Space Station. How do you hear? Hi, I can hear you. How do you hear me? Hey, Chelsea, we have you loud and clear, and welcome to the International Space Station. This meeting is being recorded. Hi, guys. I just wanted to kind of talk and get to know you a little bit and kind of your experiences that you're dealing with there on the space station. So what are some of the skills that you've been able to achieve while being up there? Well, one of the best parts of being up here is just how varied the work is. So we're absolutely generalists. We're all up here for 6 months, or in some cases a bit longer than that. Frank's up here for a year. And so with a mission that long, we all have to be absolute generalists. We're space electricians. We're space plumbers. We're constantly rearranging stowage. We're getting outside. На высоте РС первом есть захват, дальность 55 километров, минус 58 скорость. Мы готовы принято. К включению выдачи команд по вашему указанию. Это рано, Сергей, еще. Контролируйте дальность, на дальности 9 километров от топовой давайте команду на включение КВ-дуплекс. Значит, ориентировочно 9 километров, дальность должна быть 18:31:30. Плюс 21 минуту. Раньше не надо. А так вы все пункты выполнили, вот, до гарантированного потенциала по 19 страниц? Да, полностью выполнена работа. Маска установлена. Принято. Ну, контролируйте по курсу пассивному, дальняя скорость периодически докладывайте. И ждем 9 километров. Ожидаем 9 километров. With the air conditioning system, essentially, because this is all self-contained environment. And so when something breaks, we have to fix it. And so we spend a lot of time training on how the system works and then how to fix it. We also spend a lot of time
in the neutral buoyancy lab training on our spacewalks, because that's probably one of the most challenging things we do. And so we spend hours and hours in there, days and days, just doing it over and over so that we're comfortable. And once we go out into the vacuum of space with nothing but a spacesuit on, we can do our job and do it comfortably. And then we spend a lot of time getting familiar with our spacecraft, because ultimately, while a lot of it is automated, if something goes wrong, we need to be able to respond to those situations. And so we spend a lot of time studying our rocket, being familiar with how it works, and most of all, being familiar with how to respond in case something is off nominal. So since we only have a few more minutes here, I kind of want to do maybe a fun question to get to know you guys a little bit. What is the most fun thing and the most disgusting thing about living in space? All right, well, I'll give you the second half. Many people are surprised to learn that we actually drink our own, drink a recycled version of our own urine. So the water reclamation system up here, when we urinate, the urine goes through a system of filters and a reverse osmosis process, and ultimately gets recycled into clean drinking water with over 90% efficiency. It actually tastes absolutely delicious. We love sustainability. If we can, maybe a question directly to Frank, since you are a hometown hero here for Miami. What is some advice that you have for somebody that might want to become an astronaut? Hey, Chelsea, well, thanks for those words. You know, it's an honor to represent Miami, our community, and really our entire nation up here as a crew. And so I think really the key is to just find something that you love, that you have a passion for, and do your best at that, right? And always, I think learning how to become a lifelong learner is really important, because like we said, we spend a lot of time studying and learning new things. When I first showed up to NASA, I had no idea what aerospace engineering even really meant, right? But learning all about orbits and what it's like to fly to space and all the math associated with that was really a lot of fun. So I think learning how to grow every day and how to get better at something and just challenge yourself to continue to get better is really one of the keys. And I think the other big key, and probably the most important key, is how to become a good player, because nothing that we do up here is an individual. We work as a team, as a crew. We work as a team with the ground teams and all the people that support us throughout the world. And so just learning how to be a functional part of a team member. Проверка на гарантированный потенциал проведена. Принято. Продолжайте контроль автоматического движения. Продолжаем. Thank you to all the participants with the Associated Press and NBC6 South Florida. Station, we are now resuming operational audio communications. Station, copy, specs. Station, Houston Space to Ground 2 with a status for Space to Ground 4. With you on 2. All right, so we figured out what's happening with Space to Ground 4. It was still privatized from an event earlier in the day. We have now fixed that, so 4 should work if we need to use it again. All right, we copy. That makes sense, and thanks so much for the update. And if you wouldn't mind giving us a call on 4 just to make sure it really is working. You just read our minds. Stand by for comm check on 4.
Mansfield, station on 2 for Cancer and Leo. I'm looking for your go. Peggy, you have a go for 1.2, and we have a small delta for you. Between step 3.2 and 3.3, if you could give us a close-up view of the sample, just hold it up to the camera for a couple of seconds, we'd appreciate it. You want to look. Okay. And that was between which steps? That's 3.2 and 3.3. Copy. 3.2 and 3.3. On space to ground 2. For Woody, we need you to use lab cam 2 for this, please, as Peggy's going to be using that for Kermit. Apologies. Huntsville Station, my sincere apologies. I thought the execute note said 1, but I will reset that camera. My apologies. Woody, you read your products correctly. We apologize. It's just for convenience for Peggy since she's already got that set up. We really appreciate your flexibility. Station on 2, step 2.2. Woody, that is a good view. You have a go for 2.2, and when we have you don the Vox headset, we will move you over to space to ground 4. All right, copy, go in 2.2, switch into 4.
Захват есть. Принято. Продолжаем канал автоматического движения. Ждем 9 километров. Экипажем КСВСГ-1 по стыковке, дальность 15, хват пропал, идет тест. Принято. Вот так и должно быть, так 15 километров. Далее 12700, минус 18,5 скорость, захват есть. Принято.
КСЦУ по Москве, ВСГ-1 для Дмитрия. Дим, по камере момент, можешь трансфокатором чуть-чуть назад отъехать, чтобы видно было два монитора и пульт Тору. То есть мы сейчас не видим верхний монитор. Я понял, хорошо сейчас сделал. Спасибо. МКС ЦУПУ Москвы, ВСГ-1 для Дмитрия. Дим, оставляй так, хорошо, картинка видна. Принято, оставляем. Дальность 10, минус 13, 4 скорость, захват есть. Принято. Ваш МКС СУПУ Москвы, ВСГ-1 по прогрессу. Дальность 9. Как? Да, дальность 9 километров. Заканчивайте работать по 19 странице. 8 километров должны включить телевидение. Ну, включить сам телевидение. Жду доклада о наличии цели. А выдана команда на включение УКВ-2 дуплексного. Принято. Изменение изображения. На матх и символ. Включаем линию связи оперативно по первому и передачу. Принято. По первому включена линия связи третья и передача. Включаем УБПС, ППС 21.
Принято. Дальше по 20-й странице работаем. УБП исключен. Работаем по 20-й странице. Ожидаем включения телевидения. Появилась картинка на ВКУ. МАК. Принято. Информация 44-й. Электронное перекрестие есть. Записывал запись на Форт 15-й. На ИСИ. Маску установили, МИН-2. Маска установлена, МИН-2. У вас там под рукой будет секундомер, линейка. Ориентировочно 18.45, третья коррекция. Значит, можно подготовить команды на включение тура, но включаем только по УЗ. После третьей коррекции. Хорошо, принято, будем готовы. Дим, мы приняли, запись включил. Линейку понаблюдали, отличная линейка. Да, одна учебная была. Дальность 5,9, минус 8,5, скорость захвата. Принято. Принято.
дальность 5, минус 8,3 скорость, захват есть. МКС, в центре. Принято. Дальность 4, минус 8,4 скорость, захват есть. Станция в центре ВДО. Принято. Дальность 3 километра, минус 8,2 скорость. Ожидаем третий импульс. Принято. Да, ожидаем третий колец. Ожидаем третий колец. Так. Сергей, я напомню, что у нас 15-16 вход в тень. Телеметрия, наблюдаю, что фара включена. Назначен разворот. Время 18. Принято. Станция ушла вниз, вправо.
получено ГСО, ожидаю включения СТД. Принято. Принято. Или исключение СТД. Принято. Принято. Идет отключение СКД, 5.7 импульс, обратный разворот. Станция объединилась на ДКУ. Станция в центре. Принято. Принято. ЕДСО. Готовы включить ТОРУ. Паша МКС по Москве, ГАДИН по прогрессу. Есть разрешение на включение ТОРУ? Включение ТОРУ. А разрешили включить ТОРУ. Выполняем. ТОРУ включено. Работаю по 21 странице. Да, подтверждаю. Проверьте, чтобы все клавиши были на полу ППС сжаты. Работаем по 21 странице. Все отжаты. Включаю сеть. Есть сеть горит. Питание ручек горит. Включаю ПУ ППС исходное. Принято. Принято. Есть загорание светодиодов. Нажал. Включаю ББС исходное. Есть внешние, есть внутренние светодиоды. Отжать. Принято. Можно приступать к тесту РУ-РУС. Приводить их. Значит, РУ медленно отклоняем, наблюдаем последовательное загорание светодиодов РУ с фиксацией. Контролируем загорание внешних и внутренних светодиодов. А принято выполнять тест РУ вниз. Есть последовательное загорание. 4 горят. Нейтраль. Вверх. Есть 4. Последовательно. Нейтраль. Лево. Есть 4. Нейтраль. Право. Есть 4 последовательно. Нейтраль. По часовой. Хрен. Есть 4. Нейтраль. Против часовой. Есть последовательно 4. Нейтраль. Тест РУ произведен. Замечаний нет. Выполняю тест РУ по всем каналам. Принято. Да, приступать. Да, приступать. Есть внешние, есть внутренние, нейтраль. Вверх. Есть внешние, есть внутренние, нейтраль. Лево. Есть внешние, есть внутренние, нейтраль. Право. Есть внешние, есть внутренние, нейтраль. На торможение. Есть внешние, есть внутренние, нейтраль. Разгон. Внешнее есть, внутреннее есть, нейтраль. Тест-рут произведен, замечаний нет. Принято. Включаю ПУ БПС исходное. Есть загорание светодиодов. Отжал. Включаю БПС исходное. Есть внешнее, есть внутреннее. Погасание внутренних. Отжал БПС исходное. Принято. Произведен. Замечаний нет. Приступаем к пункту 4.3. Тест прохождения исполнения команд с ПУ БПС. Выполняю пункт 4.3. Включаю БПС исходное. Есть внешнее, есть внутреннее, нейтраль. Отжал. Включаю работу.
Работа включена, есть внешние, есть внутренние светодиоды. Пересветку. Одно нажатие. Принято. Выполнил. Есть загорание одного маркера. 5 секунд. Пересветка. 5 секунд. Повторно. Выдал, есть два маркера. Есть изменение изображения. Выдаю третий раз. Есть загорание светодиодов, есть три маркера, есть пересвеченное изображение. Ставите комфортное для себя изображение. Так, выключил пересветку, маркеры пропали, темно, выдаю одно нажатие. Оставляю одно нажатие с одним маркером. Изображение. Принято. И отключаем работу. 800 минус 2,5. Отключаю работу. Тест аппаратуры ТОРУ закончены. ТОРУ в горячем резерве. Принято. Ожидаем облет. Дальше работать будем на облете по 22 странице. Работаем по 22. Ожидаем облет. По 22, когда облет начнется. Облете по 22. Да, принято. Дальность 550 минус 1,6. Скорость захват есть. Контакт центр. Принято. Да, на 400 метрах облет начнется. Подходим к дальности 400, ожидаем облет. Дальность 400, минус 1,6, скорость. Принято. Есть облет назначен. Принято. Контролируем процесс автоматического облета по странице 22. Принято. В
Дальность облета построена. Дальность 360, скорость минус 1. Идет торможение. Принято. Визуальная дальность совпадает с измеренной. Дальность 300. Принято. 8 скорость. Принято. Продолжается облет. Дальность около 200 метров, скорость минус 0,2. Наблюдаем. Принято, продолжаем автоматически, контроль автоматического облета. Контроль автоматического облета.
вышли на светлую сторону, выключаю пересветку. Включаю БПС исходное. Принято. Включаю работу. Отключаю пересветку. Отключаю работу. Принято. Хорошо станцию наблюдаете? Чуть темновато, конечно, но пересветкой не было ничего видно. Мне кажется, было лучше с одним маркером. С одним маркером. Давайте попробуем сейчас еще раз. Включаю БПС исходное. Пересвет. Включи. На работу. Пересветку один раз выдал. Мне кажется, так оставить надо. Хорошо, оставляем так. Дальность около 180 метров, скорость нулевая, продолжается облет, наблюдая стыковочный узел МИМ-2. Принято. Паша МКС по Москве возгодил. А на связи дальность около 170. Наблюдаем разворот по крену. Начинается. Выходим на улицу стыковочного узла. Принято. И у нас по уставкам начало причаливания 19.09.21. Будь готовым по команде. Дать команду формат 44. Да, принято. Как в радиограмме, БПС сходная, работа формат 44. Вышли на стыковочного узла, дальность около 170 метров, идет разворот по крену. Принято. И у нас перерыв в СГ-1. 15-12. Вот чуть-чуть заранее там за 30 ОКВ. Нужно будет. Ну, линию связи 2 нажать. Да, принято. Перейдем на ОКВ.
наблюдаем завершение облета. Дальность 170. Стыковочный узел чуть выше центра ВТО. Одну клетку. Причал. Есть, есть. Совершение облета есть, завкон. Есть завершение облета. Готов выдать формат 44 по вашему указанию. Причал. Принято, ждем. Давай. Паша, он говорит, выдаем формат 44. Работа, исходная работа формат 44. Исходная выдал, работа выдал, горит. Выдаю формат 44. Выдано формат 44. Время 19.07.47. Есть причал, причал. Есть включение ДПО на подвод. Принято. Набирается скорость. Дальше работаем по 23 странице. Работаем по 23 странице. Дальность 100. 50. Скорость набирается минус 0,7. Это. Скорость на подвод. Перед этим воспользуйтесь при необходимости. Выдаю пересветку. Еще один штрих. Два маркера. Дальность 140, минус 0,83 скорость, стыковочный узел левее креста. 7 минут до входа в тень. Да, принято. Дальность около 110 метров, минус 0,7 скорость. Мишень. Принято. Принято. Центр. Сергей, работа в проекте, отключите пока. Пересветка больше не нужна, выключаю работу. Принято. Принято. Визуальная дальность в районе
80 метров. И минус 43 скорость. Принято. Мишень в центре. Дальность 70, минус 0,34 скорость. Мишень левее, одно деление. Принято. Сейчас на УКВ попробуем перейти. Но для вас это все равно, линия связи 2 нажимать.
Это было 15 метров. Центра. Принято. Поняли. По приставку. Продолжаем контроль автоматического причаливания. Принято. Около 6 метров. Принято. И после касания пара выключится, контролируем ситуацию обязательно на горами физическим касанием. Принято. Поздравляю вас с успешной стыковкой в прогресс МС-23. Ждем разрешения на отключение ТОРу по странице 27. Как приняли? После стягивания. Экипаж МКС по Москве. Давайте попробуем. Экипаж МКС в СГ-1. Да, в СГ-1, да. Принято, как слышим? А слышим вас хорошо в СГ-1. Да, подтверждаю. Ждем разрешения на отключение ТОРу по 28 страниц после стягивания. Принято. Ожидаем стягивания.
Экипаж МКС, субмарты возгорания по прогрессу. На связи. Сергей, есть разрешение на отключение ТОРу. Работаем по 27-й странице, тоже очень внимательно, прям по пунктам. Да, принято. Транслирую по пунктам. Включаю БПС исходное. Есть загорание внешнее, внутреннее. Работа включена. Светодиоды горят. Отключаю ручное управление. Нет. Отключил внешний горят. Отжал. Отключаю импульсный режим руль. Самого не включали. Точно так. Отключаю телевидение. Выдаю отпуск. Включать именно телевидение. Выдано отпуск. Включать именно телевидение. Есть изменение изображения. Погасание. Принято. Узкий угол не горит. Принято. Дальше принято. Отключаем передачу команд. Внешний включается. Заряд. Включается. Переход на реленный приемник. Внешний горят. Фара не горит. Отключаю работу. Принято. Принято. Работа отжата. Светодиоды внутренние горят. Это возможно. УБПС исходная. Это возможно. УБПС исходная. Два горят. Отжал. Отвод плюс X не горит. Вот разрешен не горит. Отключаю сеть. Сеть отключена, погасание всех светодиодов. Принято. Отключаем на по первом передачу и линию связи 3. Отключайте. Отключены. Выдаем с лэптопа команды. Да, выдаем команду с лэптопа. Команду с лэптопа. Отключение резервного приемника 1 у КВ 2. Выдано отключение резервного приемника 1 у КВ 2. Включаем КВ-2 дуплексный. Отключаем ТОРу. ТОРу отключена. Принято. Отключаем инпу первый. И на... Выключаем на ППС-21 у БПС. Принято. Принято. Отключено. Теперь с вами услышимся в августе по поводу прогресса МС-24. Всем удачи. Передаю Нижний зал. Да, спасибо большое, Андрей. Тоже всем огромный привет и поздравления с удачной автоматической стыковкой корабля. До связи.
пожалуйста, до связи. До связи, в августе.